Друзья, ну смотрите, 60 соток, 60 соток, или как говорят местные, 6 тысяч квадратных метров. В Грузии меряют не в сотках, а в метрах. Участок 2 уровня, вот я иду по верхнему уровню, вот этот домик, естественно, сносить, причем его, скорее всего, снесут сами собственники текущие. И второй уровень, вот он идет, большой. Естественно, видите, бомбический вид на город. Видны все небоскребы, и видно море, и вид еще, соответственно, на горы с другой стороны. Есть ряд преимуществ этого участка, то, что у него хорошая большая площадь. Вот. Второе преимущество, то, что не очень большое количество соседей, и соседи рассеяны по горам, и нет ощущения скученности, которая, допустим, в том же Сочи очень активно присутствует. Но есть два существенных минуса. Первый – это достаточно высокая цена, такой серьезный минус. И второй, соответственно, минус – это дорога, она петляет, она идет по горам. Вот. И, соответственно, если мы рассматриваем, допустим, по достаточно дорогую застройку, этот участок, скорее всего, не подойдет. Поэтому, друзья, вот, если интересен такой объем земли, если вы понимаете, что здесь можно построить в текущем виде, звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Цена под роликом. Все, всех обнимаю. Пока-пока.